Как всем известно, учение свет, а не учение тьма. И поэтому все дети с удовольствием ходят в школу. Лично я ежедневно посещаю образовательное учреждение. Именно потому, что это время действительно наполняет нашу жизнь особенным смыслом. Если бы не было учителей, то мы бы даже не подозревали, как хорошо мы учимся. Каждый день за качество нравственного развития класса отвечает Виктория Николаевна, наш строгий, но справедливый классный руководитель. Знакомьтесь, Гальченко Валентина Васильевна, наш новый учитель по литературе. Она очень хорошо знает свою работу. Такое тоже бывает. Сегодня ее первый рабочий день в нашей школе и первое знакомство с нашим удивительным классом. Я не буду вас отвлекать, знакомьтесь. Хорошо. Ребята, итак, у нас с вами сегодня первый урок. Тема нашего урока – «Красота спасет мир». Это действительно так. Вы знаете, что эти слова принадлежат великому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Красиво должно быть во всем, начиная с мелочей. Поэтому это первый урок. Для более близкого знакомства я буду передавать вам шарик и называть свое главное качество характера. Валентина, я добрая. Меня зовут Влад, я удивительный. Молодец. Прекратите, зачем вы себя так ведете? Валентина Васильевна, вы не расстраивайтесь, вы просто их еще не знаете. Это они не со зла. Хотите, я вам расскажу одну историю. Однажды... Я часто думал, что внешнее поведение людей может всегда отображать их внутренний мир. Но я ошибался. Какие планы на сегодня? Как обычно. Я обещал, ты же знаешь. А это обязательно? Ты же никому ничего не должен. Понимаешь, это уже как привычка. Не хочешь к нам присоединиться? Но только я тебя предупреждаю. Ты уже не будешь прежним. Жизненные трудности уже испытывали меня. И теперь я уже другой. Во мне отсутствует страх. Всегда можешь быть с нами.
Здравствуйте. Я Стас, я меняющийся. Я очень рада. Так какая была тема нашего урока? Тема нашего урока была «Красота спасет мир». И ты знаешь, прослушав удивительную историю о тебе, я поняла и отметила, как изменилась твоя душа. Душа твоя стала прекрасной. Это очень здорово. Понятие красоты всегда включает в себя гармонию, совершенство, чистоту и непременно доброту, душевный свет, который озаряет земной путь, наполняя жизнь бесконечным поиском человека смысла жизни.